Израиль отменил ряд чрезвычайных мер, введенных в отношении сектора Газа после волны ракетных обстрелов, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение Министерства обороны Израиля, которое было сделано во вторник. Решение о снятии ограничений гражданских прав принято ввиду относительного спокойствия в районе Газы в последние дни. Израиль выдаст жителям Газы 2000 разрешений на въезд в Израиль и расширит рыболовную зону до 15 морских миль.